Меня зовут Антон Мосягин, мне 37 лет, я коренной екатеринбуржец, уралмашевец. Свой город люблю за то, что здесь при желании можно сделать все. Кто-то делает плохое, но я люблю делать хорошее и помогать другим людям. Екатеринбург – это город, в котором каждый чувствует себя свободно и комфортно, и каждый может творить, и именно поэтому он мне нравится. Уникальность Екатеринбурга прежде всего в людях, во-вторых, в природе, и в-третьих, в нашей архитектуре. Это современный город, город, включенный в мировую культуру, в глобальный культурный контекст. Мои любимые места – это Драма, это Дендрарий и просто центральные улицы, на которых сейчас приятно и красиво ходить.